В Алматинской области коронавирусом заражены 44 человека. Это жители 6 районов региона. К счастью, в Талдыкургане этой заразы нет. Но это не дает нам права расслабляться. Опасность уже рядом. В связи с этим у людей обеспокоенность, насколько защищен Талдыкурган. Поэтому об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях заместитель акима города Талдыкурган Асхат Мирамгалиевич Халиаскаров. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с того, что почему Талдыкурган начал позже закрывать свои окна, двери, когда там рядом мегаполис, сразу же, как появились первые зараженные, сразу же объявили карантин. Ну, как вам известно, город Талдыкурган создал 4 санитарных поста прежде. Это не были блокпостами, это были санитарные посты 22 марта. А что касается, ну, как вы говорите, позже создали. Карантин вводится, вы сами знаете, главным санитарным врачом Алматинской области введен был от 15 апреля. От 15 апреля. Ну, это прерогатива санитарного врача и руководства, так скажем, Министерства здравоохранения. А в дальнейшем организовать работу, и мы должны все меры безопасности, так скажем, все меры предпринять и обезопасить население города Талдыкурган. Это уже совместно со всеми, кто в штабе находится, службами взаимодействия, уже мы как бы у нас отработаны, мы работаем в этом режиме. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 400109, код города 87282. Вы можете позвонить по этому номеру и задать гостю свой вопрос лично. Также вы можете написать вот на WhatsApp свои вопросы, мы здесь озвучим. Номер WhatsApp на ваших экранах, они имеются. Звоните, пишите, мы вам ответим. Скажите, пожалуйста, вот, например, на сегодня какие вот дополнительные меры защиты проводятся в Талдыкургане? Ну, в первую очередь, вот только что мы сказали, это наши посты, да? 4 основных поста, помимо этих 8 постов мобильных. Основные 4 поста находятся, вы знаете, это на трассе Алматы-Талдыкурган, Талдыкурган-Усть-Каменогорск, Талдыкурган-Карабулак-Текели и Талдыкурган-Уштобе, Каратальский район. На этих постах сейчас действуют около 55 человек, сотрудники полиции, Управление контроля качества, СЭС, мы говорим, да, были, сейчас их нет, сейчас мы, на данный момент это медики первой и второй поликлиники. А помимо этого, мы там же, местный исполнительный орган присутствует, ну, все там организовано, мы средствами, санитарными средствами все посты оснащены, ну, то есть это маски, перчатки одноразовые, очки, костюмы противовирусные, также санитайзеры, антисептики, все согласно постановлению и правилам мы действуем, работаем. 8 мобильных постов, они созданы для того, чтобы избежать, ограничить въезд транзитных пассажиров и транзитных транспортных средств, которые передвигаются по республиканской трассе, чтобы они не въезжали в город Талдыкурган. На санитарных постах, санитарные посты, все сотрудники, мы их кормим, это все за счет нас. Помимо этого, на санитарных постах, сами вы знаете, есть 2 полосы, это называем, как называемый, красный и зеленый. В зеленом коридоре передвигаются это транспортные средства и люди, которые... Давайте мы о зеленом коридоре поговорим позже, давайте ответим на вопрос нашего телезрителя, мы вас слушаем, говорите. Саламатсыз ба? Мен Қарсай районының больницасы, Қарсай районының больницасында врач-стоматолог болдым. Бізде бір ай болды. Бізде де жаңа шығарып келді. Мен 42500-ге заявка берген едім. Оны басқа коллегаларым алды, маған берілмей тұр. То, что предприятие, государственное учреждение деп солай шықты, маған акет келіп тұрды. Мен уже 14-14-ке, 14-11-ге звонып жатырмын.
имитцию камто урталыгы на барсан, жумысын решат етеп, жумысқа барса, жумысқа айтсан, жумыстағылар онлайн арқыл жібердеді. А онлайн арқыл мен алалмай отырп, мен осы бір айдан астам болды, бестеден шанеді отырппын, не істеуім керек? К сожалению, это Карасайский район, но у нас в гостях заместитель акима города Талдыкурган. Но в любом случае вы можете ответить на вопрос нашего телезрителя. Можете на казахском языке или передать соответствующую службу. Кто может ответить ей? А вообще в пространстве области, жаңағы 45500 теңге мен 45500 теңге, бұны жаңағы біз айтамыз ғой, мына жұмыспен қамту және сәбес дейміз, сол мекеме шұғылданады. Қазір кезде мен енді Қарасай ауданына жауап бере алмаймын. Біздің өзімізде 38 мыңнан астам адам алды. 38 мыңнан астам адам алды 42500. Оның барлығы жаңа онлайн режимде өздеріңіздің қолдарыңызда сотовый телефон арқылы тіркеліп жасалынып жатыр. Ну, если хочу напомнить вот телезрителю, который до нас дозвонилась, вы можете, если ваши получили сотрудники, вы говорили рядом работающие, вы можете у них спросить, как можно подать заявку. Ну, видимо, она подала, но ей, наверное, не поступило. Но это решает... бывает сбой в сети, это бывают такие вещи. Это возможно, не только быть... у этой женщины, я так думаю, это у многих были такие. Но обратно же, после повтора, как бы, все да, разъяснения, возможно... представление всех бумаг, если она подпадает... Ей полагается? Да, полагается, выдается. Угу. Поэтому можете еще раз обратиться и дождаться определенного времени, может быть, получите. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь дезинфекционные работы в областном центре проводятся? Дезинфекционные работы мы начали 27 марта. То есть дезинфекцию всего города, многоэтажного жилого фонда. А это 808 домов, более 29 тысяч квартир. Мы уже заканчиваем во второй раз уже дезинфекцию. На сегодняшний день, сейчас 4-5, вот сейчас я проезжал, я смотрел, сегодня закончили 4-5 микрорайон. Завтра мы планируем 6-7-8 микрорайон закончить. Послезавтра Низовье, Желтовсан улицы, ну, ниже Хабамбай Батыра улицы, хутор мы называем, этот регион заканчиваем. И пойдем уже в третий раз дезинфицировать по новой многоэтажный жилой фонд нашего города. Помимо этого мы дезинфицируем улицы. Это 41 улицу мы продезинфицировали сегодня. На сегодняшний день по несколько раз, это каждый день идет дезинфекция. Также мы дезинфицировали эти улицы, остановки все ночью. Сейчас будем это делать днем. Ввиду того, что введен карантин и передвижение автотранспорта и, так скажем, пешеходов в городе почти что нет, это мероприятие мы будем проводить днем. Уже проводим несколько дней днем. Ну, это мы продолжим. Да. Задавайте свой вопрос, мы послушаем нашего телезрителя. Говорите. Ескелдинский район, да? Дачный домик. Соган, чтобы выехать туда, где можно взять справку? Сегодня мы пошли в Платимат, нам дали его. Но мы еще минимально эти получаем. Каждый год туда едем, свой домик все высаживаем туда. Ну как можно туда выехать? Спасибо большое. Этот вопрос тоже вот сюда задают. Говорят, за городом находятся наши огороды. Вот в селе Крупском находится, в Шумыре находятся огороды. Как быть? Вот телезритель тоже задает такой вопрос. Ну, только что мы сказали же, 15 числа карантин по Алматинской области. И передвижение ограничить. Там в постановлении написано, что под эти ограничения не подпадают такие предприятия, как коммунальные предприятия, которые жизнедеятельностью, жизнеобеспечением города занимаются. Также крестьянские, фермерские хозяйства и другие формы производителей сельхозпродукции, вот они не подпадают, да? А физические лица требования постановления
вообще передвижение ограничить. То есть мы должны самоизолироваться. Люди должны понять, что коронавирус во всем мире требует самоизоляции. Вот. Но есть такие случаи, редкие, например, да, допустим, например, похороны, и то все это в постановлении указано, что больше 30 человек в похоронах не должны участвовать, что они между ними должны быть двухметровое расстояние, что на похороны, на само погребение должны не более 10 человек передвигаться. А если мы сейчас разрешим всем передвигаться по дачам, да, по массивам, какой мы карантин тогда будем? О каком карантине может быть речь? Вот. Хорошо, мы есть также вопрос. Мы должны избегать контактов. Ну, надо защитить свое здоровье и здоровье других. Других людей. Мы хотим послушать следующего телезрителя, мы вас слушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот живем в Уштапе, нам в областном роддоме надо роженицу забрать 26 числа. Чего? Через пост нас не пропускают, как нам проехать туда? Чего? С роддома забрать, выписать роженицу. Да. Ну вот, это... 26 числа они должны забрать, говорят. Ну, как быть? Это такие вещи предусмотрены. И в постановлении написано, ну там если... здесь хороший случай, как бы роженица, да? Там написано, что при наличии справки медучреждения, при наличии справки... Тут же можно и доказать, что у нее роженица, и если она, они предоставят, мы предоставим, ну, имеется в виду пропуск этому человеку. На основании того, что... какие вот для доказательства, какие бумаги они нужны? Они же, ну, прежде чем, там же даются и свидетельства о рождении ребенка, и бумаги, что женщина родила, нет, и чтобы ну, в дальнейшем вот при... получать социальные когда свои выплаты. Когда хотят они выехать. Они-то не могут, чтобы заехать в Талдыкурган, чтобы забрать женщину. Но это бумаги можете сейчас взять же. Она же родила, все, это, все эти бумаги можно оформить и предоставить на пост. Электронные версии. Да, электронные версии. Годятся. Это проблем нет же. Угу. Годятся. Даже наши электронные, даже пропуска сейчас же электронные. Угу. Спасибо. Хотим послушать следующего телезрителя. Говорите. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, что через блокпост у меня крестьянское хозяйство, не могу приехать. Неделю назад мне записали в акимате, сказали, там Талдыкурган решает этот вопрос. Я туда подъезжаю, а мне вот это гаишники делят свои... Не разрешает. Этот спасибо вопрос... большое, спасибо. Этот вопрос давно решен. Я так думаю, человек, который позвонил, он не в курсе. Даже этот вопрос комментировал и изменение постановления вносил главный санитарный врач Республики Казахстан, что сельхозтоваропроизводители могут проезжать на основании своего свидетельства о регистрации и могут провозить своих работников, предоставляя свои справки за личной подписью этого руководителя этого крестьянского хозяйства. Также и ТО любой формы сельхозтоваропроизводителей. Он может предоставить свидетельство о том, что он является крестьянским хозяйством и проезжает пост. Ну, если он не зарегистрирован нигде, нету этой бумаги. А тогда он не является крестьянским фермерским хозяйством. Ему не разрешают передвигаться. Это свидетельство и определяет, что он крестьянское фермерское хозяйство. Давайте я озвучу вопросы, которые поступили на WhatsApp Messenger. Спрашивают, в Талдыкургане есть ли зараженные коронавирусом? Нету. Слава Богу, пока нету. И пусть не будет. Нету. Также задают здесь вопрос с другого города. Говорят, надо забрать детей. Они выехали в свое время в другой город, так и там остались. Как быть? Как в таких случаях делается? А дети где эти находятся? Они в Талдыкургане находятся? Нет, они находятся в другом городе. Угу. Постановлением главного санитарного врача Алматинской области в постановлении написано, что все, которые выехали до 15 часа, до 12:00, то есть
должны были заехать. Должны были заехать. Вот это вот другое. А сейчас теперь, как мы в карантин ввели, мы их не запустим. Я не смогу, мы не можем запустить. То есть оно действует на всех в Алматинской области. Они должны это понимать. Мы должны подождать снятие карантина. Закон надеяться. Для всех да, одинаков. Скажите, вот вопросы задают. Вы говорите карантин и требуете, чтобы люди сидели в домах, в своих квартирах, но однако на улицах Талдыкургана очень много людей передвигаются, на спортивных площадках, на набережке очень много детей гуляют и днем, и вечером, пишут. Вот какие меры принимаются делать? Карантин вступил с 15-го, это пятый день, правильно, да, сегодня? Угу. Пять дней, как прошло, мы живем при карантине. Да. На сегодняшний день создано 90 маршрутов патрулирования. И 90 маршрутов патрулирования, это 535 человек с Национальной гвардии, с полицией города. И мы совместно с военным гарнизоном, Талдыкурганским гарнизоном, вот патрулируют эти 90 маршрутов. Более 500 человек. Вот. И на сегодняшний день более 200 уже протоколов они оформили, заполнили и передают... За эти 5 дней? Да, 200 протоколов. Вы знаете, да, имеют место такие вещи, но, пожалуйста, всех жителей прошу, в случае, если они такие нарушения видят, нарушение режима карантина, звонить в 102, сообщать, и мы немедленно, наша полиция будет немедленно реагировать на эти вещи. Угу. Немедленно. Хорошо. Давайте послушаем еще наших. Вот, зачитаем. Хочу напомнить нашим телезрителям, если вы на WhatsApp Messenger хотите отправить свои вопросы, вы отправляете в письменном виде. Если отправляете аудиосообщение, мы не сможем здесь озвучить. Для этого есть телефон другой, 400109, код города 87282. По нему вы можете позвонить и задать свой вопрос лично. Помимо этого, вот пишут опять же, говорят, эксперты говорят, до сих пор не прекращаются фейковые информации, как говорят эксперты, это потому, что люди перестали доверять власти, больше доверяют недостоверной информации, пишут. Ваше мнение, что скажете? Ну, мое мнение таково, прежде чем так говорить, что власти не доверяют, понятно, может быть, и какие-то в госорганах какие-то есть ошибки, но всех нельзя судить из-за поступков определенного человека или определенной организации, или определенного государственного учреждения. Я считаю, что мы в государственном учреждении, в котором я работаю, и наши сотрудники в лице Акима города, мы как одна семья и как один человек понимаем, что это такое, с какой мы сейчас болезнью боремся, и что может это потом последствия привести. И мы все, что в наших силах, мы, не жалея своих сил, так скажем, предпринимаем в любые действия, заранее предусматриваем, стараемся все это утрясти. А если какие-то мелкие какие-то ошибки есть, мы все это в процессе работы все это исправлять собираемся. Они пишут к тому, что правительство для граждан, мы же говорим, да. Что власти должны быть открытым населению. Давайте ответим нашему телезрителю, потом продолжим. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Аскат Неремгалиевич, вот я хотела бы лично вас попросить о том, чтобы вот на постах, которые стоят полицейские, военные, были немного вежливее с людьми, с молодежью, со стариками, с детьми. Потому что многие из них провоцируют конфликтную ситуацию. Очень много видео на Ютубе, на WhatsApp высылаются, как поступают они, начинают избивать палками. На одного парня, допустим, по 6-7 человек, каждый по кулаку ударил. Вы знаете, это ужасно смотреть. И вы знаете, я сама лично знаю, как бы попала в ту ситуацию, когда вот этот
карантин был объявлен, я лично эти посты проходила. Вот из Бишет Азахский район. Это Кульжинский тракт. Там стоят аж 3 поста. Вот. И получается, что там создаются конфликтные ситуации. Я не могу фамилии назвать, потому что я их не знаю на лицо. Но вот стоит старик, стоят дети малолетние, грудничковые. Неужели эти же полицейские тогда не могли, вот, допустим, помочь, поймать такси, уехать в день или еще что-то? Люди сутками стояли. Вот показывали по телевизору даже, как парень с 2 девочками не мог пробиться. Хоть и было, знаете, обстоятельства разные. Я тоже, вот, у меня получается, животные умерли на даче, потому что некому было их освободить и помочь, и покормить. Спасибо большое, спасибо. Что скажете? Ну, я обязательно, конечно, наши посты, мы каждый день объезжаем свои посты. Конечно, Ваня в 2 смены работает, мы обязательно об этом говорим. Я понимаю, что сейчас народу трудно, всем сейчас трудно в карантинное время передвигаться, все это через блокпосты. Все это мы понимаем и говорим, чтобы они были максимально вежливы, конечно. Вот. Ну, пока у нас таких жалоб не было, как бы, чтобы на Талдыкурганском посту, да, может, какие-то единичные случаи бывают, но, по крайней мере, нам в письменном или в устной форме кто-то не говорил. И я так думаю, и не будет. Мы будем это на контроле держать. Соответственно, каждый раз, так скажем, техническую учебу проводить в этом направлении, беседовать. Поэтому не будет. Давайте я озвучу еще один вопрос телезрителя. Скажите, пожалуйста, мы с поселка Матай Алматинской области, у нас дом находится в Алмате, так как на днях позвонила соседка, говорит, после дождя дом разваливается, а он у нас старый, теперь не можем поехать посмотреть. Это вот такие же вопросы, которых задают и другие телезрители. Как перейти в блокпост? Я хочу, чтобы вы еще раз напомнили, в каких случаях человек может попасть в город, в каких случаях нет. Ну, в таком случае они не могут попасть в город Алматы, прежде чем, даже если, допустим... Так и в город Талдыкурган тоже, да, они не смогут попасть. Да. Даже если, допустим, что город Талдыкурган пропустит, есть блокпост в Кировском районе. Вы знаете ситуацию у нас в Кирбулакском районе, Саразеку, правильно, да? Там блокпосты есть. Блокпосты на границе с Алматинской областью, они не смогут пройти. В их случае просто не предусмотрено... Лучше сидеть дома, конечно, оставаться дома, и потом после окончания карантина выехать. Да, есть соседи, есть друзья, пусть посмотрят рядом. Хорошо, есть телефонный звонок. Задавайте свой вопрос. Алло. Мы вас слышим. Салемат Суа. Мен сұраққа енде бедім. Біз Алматыда қазір маман екеміз карантинде қалып қалдық, жабылып. Үйіміз негізінде Матайда. Матай, станция Матайдамыз. Мы уже озвучили ваш вопрос, да. Мы уже говорили об этом. Рахмет. Алматы қаласының ішінде де карантин енгізілген, ол Алматының ішіндегі блокпосттан бері қаратай өте алмайды. Алматы облысының блокпосты оны бері қаратай кіргізбейді. Бұндай жағдайларды жаңағы бұл кісіге карантин жағдайы бәрі жаңағы карантинді шешіп алып тастағаннан кейін бұл кісілер келе алады. Бұндай шаруалар жаңағы біздің бас санитарлық жаңағы мемлекеттік Алматы облысының бас санитарлық врачының қаулысында да көрсетілген. Кім қандай кезде, карантин кезінде жүре алатыны, блокпостын өте алатыны. До конца мало осталось. Давайте задам один вопрос. Вот вы говорите, нету зараженных у нас. Есть вообще тесты на вирусы в Талдыкургане? Как проверяется, что нету? Может быть, кто-нибудь успел занести? Это обеспокоенность нашего населения. Ответьте, пожалуйста. Это у нас, знаете... У нас нету, это и тесты все есть, конечно, они проверяются. У нас вообще в городе Талдыкурган 180 провизорных коек, 50
инфекционных коек, карантинных коек 161. Ну, все, но понимают, они пока свободны? Они все они свободны. Да, мы вот те люди, которые были как бы, ну, под подозрением, они же проходят тестирование. Вы знаете, что в течение 6 часов могут сделать анализы официально зарегистрированных коронавирусом больных в городе Талдыкурган нет. Спасибо большое. Вы нас успокоили, дорогие телезрители. К сожалению, время нашей программы истекло. Мы с вами встретимся завтра ровно в 16:00. Оставайтесь дома. До свидания.